добавлю в отношении студентов бронемер пресечения в виде подписки о неизвестности. В 2014 году цены на бензин в России могут вырасти до 15% на фоне налогового маневра правительства, сообщает Интертас со ссылкой на еженедельный обзор Санкт-Петербурга. Дебил! Виновные не найдены, хотя возбуждено уголовное дело, если их найдут, то они будут участвовать уже сегодня по закону, причем по уголовным срокам до лишения свободы. Ой.